8 автомобилей оказались погребены под бетонными плитами. ЧП произошло на улице Лесная, Республика. В новом микрорайоне жители сами оборудовали автомобильную парковку, но плиты, установленные еще застройщиком, нагрузки не выдержали. Верхний уровень стоянки обрушился прямо на несколько машин. В ситуации разбиралась Елена Петрова. Вчера вот вечером припарковался в районе где-то, наверное, часов 7 вечера. Ну, собственно, поехал по своим делам, утром проснулся, вышел во двор и вот увидел такую вот картину. Тем злосчастным утром познакомились все соседи дома по улице Лесная, Республика. Несчастье объединило местных автовладельцев. Подпорные блоки под тяжестью земли обвалились прямо на припаркованные рядом с домом машины. Блоки были. Стоянка была организована, собственно, соответственно, живущими здесь людьми. Засыпана была земля, щепень и все. А блоки здесь были уже. Вот, соответственно, вот видите состояние блоков, они ни с чем не сцеплены. Хотели по-хорошему, а получилось, как всегда, говорят представители компании-застройщика. Когда здесь только возводили новый микрорайон, плиты установили как опору для верхних уровней площадки. А люди в итоге решили самовольно обустроить парковку, за что и поплатились. Вот они как построили, забросили все и на русские А8 плевать. А жители здесь сами завезли щебенку. Засыпали вот эту вот глину, которая у нас на дорогах была. Мы в том году 2 года здесь мяли эту глину и тащили ее к себе домой, по сути дела. А жители сделали всего лишь на всю щебнем все засыпали и все. У автовладельцев своя правда, парковку здесь не предусмотрели. Машины некуда было ставить. Вот и решили скинуться и засыпать глину щебенкой, чтобы сделать автостоянку. И все было бы спокойно, если бы подпорки застройщик установил на совесть. Предлагал, говорил, что, ребята, уберите сюда, видите, наклонено. Не нужно этого делать, сюда ставить машину. Значит, мне что сказали, а куда мне ставить? Бетонные блоки погребли под собой 8 автомобилей. Несколько машин пострадали сильнее всего, и владельцам придется оплатить дорогостоящий ремонт. Такие же блоки стоят вдоль каждого дома по Лесной Республике. Между ними практически нет никакого раствора. И даже невооруженным глазом видно, что они наклонены и в любой момент могут обвалиться. А значит, очередного ЧП можно ожидать хоть завтра. Елена Петрова, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.